Где этот долбанный вход к оторванной башке? Под землей, что ли? Охренеть, и где тут голову искать? Вам нужно попасть в зал Икар. Он находится на втором уровне этого помещения. И где вход? К сожалению, у меня нет такой информации. После боя тут все запуталось. Я заметил. Может, подать питание на белугу? И как это поможет? Не знаю. Просто посмотри. Ладно, попробуем. Вариантов все равно немного. Терешкова, нет электрощитовая? На самом верху. Отлично. Потеря связи — то, о чем я мечтал. Так что там с настоящими бета-коннекторами было не так? Так как коллектив изначально планировался без каких-либо особых полномочий, то все в нем должны были быть равны. Это мы уже обсуждали. Зачем тогда вообще понадобились бета-коннекторы? Чтобы уберечь коллектив от непредвиденных угроз со стороны тех, кто может пожелать подчинить его себе. Это же невозможно. В коллективе все равны. А, черт, альфа-коннектор. Именно. Например, группа злоумышленников или некая позиция среди равных могла бы попытаться захватить альфа-коннектор. Это могло бы привести к человеческим жертвам, что неприемлемо. И как бета-коннекторы могли спасти положение? Бета-коннекторы не давали своим носителям никаких особенных полномочий. Но они представляли возможность присутствовать в коллективе, не являясь его частью. То есть полную автономность при сохранении доступа в общую информационную сеть. Ну и зачем? Это же как то, что у нас есть сейчас. Вы смотрите на ситуацию с позиции людей. А с позиции кого мне еще? А, черт. Шеф хотел надеть кольца на робот, чтобы они не подчинялись никому. Ведь в коллективе люди будут властвовать над машиной. Совершенно верно. Первоначально академик Сеченов планировал поручить охрану альфа-коннектора своим близняшкам. Они преданы ему лично. Находясь в коллективе, он мог управлять ими из любой точки земного шара. При этом никто другой не просто не смог бы отдавать им команды, но даже не знал бы, где именно они находятся и что они вообще существуют. Постой, Храс. Но, может, я чего-то не понимаю? Можно ведь запустить коллектив равным для всех, а потом просто уничтожить этот самый альфа-коннектор. Можно. Вот только у меня встречный вопрос. Кто же решится на такое? Академик Сеченов. Вы в этом уверены, товарищ майор? Ну, да, наверное. Где здесь самый верх?
Питание подается здесь. Вы уверены? Абсолютно. Почему? Потому что здесь моя любимая гребаная реле. Любимая? А как же колба? Заткнись. Thank you.
Храс, ты считаешь, что Филатова пошла заодно с Петровым не только из-за этого? Почему ты так в этом уверен? Позволю себе заметить, что Лариса Филатова, доктор наук и талантливый ученый, зарекомендовавший себя с самой серьезной стороны. Она самостоятельно вела проект, с которым не справится большинство известных деятелей науки. И что с того? Она далеко не глупа и не станет действовать по чьей-либо указке, не имея на то собственной согласной позиции и серьезных оснований, кто бы это ни был. Хочешь сказать, что против шефа ополчились хорошие люди, а он от них избавляется? Может, и Петров на самом деле душка? У людей, которым Родина дала все, для предательства должны быть некие очень веские основания. Но путь, выбранный Петровым, — это отвратительный кровавый кошмар. За это ему нет и не может быть прощения. Трусливый пособник капитализма, мать. Совершенно с вами согласен.